А кем были родители? Сестры мои меня обижаются, когда я говорю, что папа грузчиком был. Мне всегда говорят, что ты так, вот папа грузчиком. Да, папа скажи, был... что в сфере Ну, я торговли. Говорю, послушай, говорю, ну вот как... Торговли. Нет, менеджером. Но когда я была моя... Он когда-то был начальником... начальником. А, склада. Все-таки. Да, не склада, нет, каким-то он был начальником. У нас даже машина была, когда меня еще не было. Mm. То есть это была машина Победы, ну, какая-то. По советским временам. Это был, да. У нас не было никогда. Да, но папа мой был очень азартный человек. Папа любил карты играть. Mm. Папа, я помню, периодически, он был на бегах. А ты сыграл? Он играл, и любил. И проигрывал, да? Ну, знаете, наверное, проигрывал. Так вот в кого, Савелий-то. Слушайте, но папа мой, он так любил жизнь, он все время... придумал что-то. Я говорю, что он придумал, что вот он, что он пускал поезда под откос какие-то. Знаешь, ну как, он 31-го года, 10 лет было ему, когда война. Ничего не началась. Сходилось у нас, ничего. Он какие-то выдумывал новые, что он Берию брал, что он... Да, и папа... Ну как это была своя хронология, новая. Папа была абсолютно своя, то, что он еще там в Кремле, у него были какие-то... Дела. Дела у него были в Кремле, у папочки у моего все время. Мама, я помню, все детство она разводилась с папой. Все, она все детство говорила, скажи, отец, ты мне не отец. Она все время говорила какие-то слова вот такие, я помню. И мне было так страшно это, потому что я очень любила папу своего. Несмотря на то, что он выпивал, там какие-то документы у нас лежали в каком-то... Готовые уже. Готовые в каком-то ящике. В таком целлофановом пакете документы на развод как бы лежали. А, потом она еще вела дневник иногда. Был у нее дневник, это я тоже не могла понять. Она писала, вторник, такое-то число. Пришел трезвый. Там было 0,5! Я тебя убью! Слушай, ты автостанция. Два счетчика плачу. В смысле? Ухай! Коробысли! Ты ж меня довел до ручки! Я с тобой до предела дошла! А ну, стой! Извиняюсь! Ухай, стой! Я ж тебе ноги все с корнями повырываю! Слышишь, послушаешь, бог соседи. Вот идея пойти вот в профессию, когда вот вы для себя точно... Когда точно, знаете, да. Что? Это вот сестра моя все. Людмила. Думаю, Людмила. Она, может быть, даже хотела быть артисткой. Сейчас она тоже мне говорит, надо было все-таки мне, конечно. И в итоге она мне сказала, когда я закончила уже вот хореографическое там отделение училища культуры, поняла, что это не совсем мое. Но мне, прости, очень нравилась как Олеся танцует. Да? Олеся талантливая. А вы видели? Конечно. Ну а как? Мы познакомились немного ранее поступления. Мы в один год поступили. И Олеся работала в танцевальном коллективе. По ночным клубам седьмой мы ездили. Ринг. Седьмой ринг? Да, да. Он назывался, да? Да. Куда бойцовское название. Я Олесю встречал по ночным клубам, когда мог. А я да, танцевала в ночных клубах и тратила деньги на педагога, когда я уже поняла, что хочу поступать. То есть я вот получала эти 15 рублей, и это мне хватало там на три занятия, условно говоря, вот как-то педагогу и по речи. Мне много уроков не требуется, я и так хорошо пою. Просто у нас в ресторане певица забеременела. И я хочу пойти по стопам. В смысле забеременеть? Она через 3 месяца в декрет уходит. И мне повар сказал, научишься хорошо петь, я тебя возьму. Ну, в общем, я танцевала вот в этих ночных клубах. Ну, там без всякого было. Но, то есть, там да, без, Олеся без... танцевала исключительно в одежде. В одежде, да. Не предлагал мне никто никогда. Нет, ну вот эта история феноменальная, когда вас на Кипр выписали. Выписали. Это же фактически служба эскорта. Абсолютно. То есть вы не понимали, да? Я что, вообще не понимала что такое это. Поехать танцевать я, на Кипр. Я больше вам сказала, я даже была рада, когда первое время, думаю, господи, посижу, пообщаюсь с людьми. Когда они говорят, а как вас записать, каким именем? Я думаю, ой, господи, и имена-то тут другие дают. Это я не знала об этом. Я была... Слушайте, я была... Я об этом не знала, я бы устроил там локальный конфликт. Послушайте, ну это ты еще тогда... Мы с тобой были незнакомы еще тогда, это было до поступления. Все равно устроил. Слушайте, я даже имя себе... У меня было имя Алевтина. Алевтина. Ну, оно не сексуальное, Алевтина. Мне казалось смешно. Я думаю, на Кипре буду Алевтиной. Ну, а что мне, как бы, я же не туда поехала, не за этим. Ну, а в какой-то момент до вас дошло вообще? Через дошло неделю так? Где-то поняла. Я поняла, потому что я поняла, что им неинтересно мое общение. Как бы, я им рассказывала, я... My name is Алевтина, там. Я from Russia. Moscow is the... Great capital of the USSR. Значит, я вот это вот все и втюхивала. Сидели... Какие-то сидели мужики за столом. Греки. Греки. Ага. Вот, они, значит, так сначала так переглядывались. Подзывали начальника какого-то. И он мне говорил, типа, спасибо, до свидания. Я говорю, окей. Все это. Дружба. И я уходила. А потом через несколько дней я просто поняла, что как-то мне неохота вообще. Вообще с ним не разговаривать, неохота, я поеду домой. Как тебя зовут? Так я же Зоя. Стасик, это Зоя нашлась. Ее обокрали и деньги отобрали. Надеюсь, непоправимого не стряслось? Стряслось. Тебя лишили невинности. Паспорт свистнули, он же тоже в кошельке лежал. Стасик нас не...